Всем привет! С вами Степастер. Октябрь – это месяц Хэллоуина. А как вы знаете, Хэллоуин наиболее популярен в Америке. И поэтому сегодня мы с вами отправимся на Дикий Запад. Но отправлюсь я туда сегодня не один, а с Домникой. Здорово, бандиты. Туруру. С Домникой мы уже знакомы целых 3 года, мы познакомились на книжной встрече, и у нас даже была уже одна фотосессия. Это была фотосессия с собой, и это было очень здорово. И как вы уже, наверное, поняли, сегодня у нас будет косплей. Но в этот раз мы сделаем косплей на игру Showdown Bandit. Переводится на русский как «Разбойный бандит». Это хоррор-игра, первый эпизод которой вышел буквально месяц назад. Вот как описывают игру разработчики. Годами дети спешили к телевизору, чтобы погрузиться в мир веревочных кукол The Showdown Bandit Show, в котором красочные герои показывали живое представление на Диком Западе. Внезапно шоу бесцеремонно закрыли, а студия, реквизиты куклы остались брошены на произвол судьбы. Но теперь шоу возобновилось, и вы оказались в самом центре событий. И сегодня мы перевоплотимся в одного из персонажей. Ее зовут мисс Андертейкер и по-другому Лорелай. О ней мало что известно, но мы знаем, что она является частью банды разбойного бандита, и мы сейчас с ней познакомимся. Такая вот с искрой. Приди, тебе такая придет домой. Вот она почти уже. Пипец, она жесткая. Ну, это неинтересно. В общем, такая необычная персона. Думаю, у нас получится ее сделать. Давайте же приступать. Большую часть костюма я делал сам из картона, например. Как вот здесь вот я сейчас крашу галстук, рисую на нем красненький череп. Также я делал из картона лопату, которую я сделал из картонных кусков, покрасил их и потом присоединил к настоящему лопаточному черенку. Также у меня уже была подобная шляпа, но она была коричневой, и поэтому я просто перекрасил ее в черный цвет. Снимали мы у меня дома, и поэтому я наставил много разных коробок, навешал ткани, какой-то паутины, чтобы создать атмосферу игры у себя дома. У нас опять нет косметики, поэтому... Пастель! Акварельные карандаши. Короче, сейчас приступаем. Сначала я рисую контуры, по которым потом буду делать макияж. Затем наношу пастельную косметику на область глаз и рисую красные щеки. Далее немного корректирую форму бровей и рисую кружочки облупленной краски. Потом наношу пастельные тени на веки и сразу же рисую двойные стрелки. А сейчас я рисую линии рта, как у марионетки, и заодно затемняю губы. Добавляю контуры на область глаз и готово. Но вот незадача, у Домники длинные красивые волосы, а у мисс Андертейкер каре. Поэтому мы взяли, собрали волосы Домники в хвост сзади и распределили их так, чтобы казалось, что у Домники тоже каре. И вот такой образ у нас вышел. Hello there. Are we feeling shy? You don't need to hide from
Что ж, сегодня 31 октября, а это значит, что сегодня Хэллоуин. Я наконец-то готов показать вам фотки. Погнали. К сожалению, у Доминики не получилось сегодня приехать, поэтому я хочу передать вам за нее и за себя большое спасибо за то, что посмотрели это видео. Мы надеемся, что вам понравился наш косплей. В скором времени я планирую выпустить еще один такой же масштабный, крутой. Ставьте лайки под этим видео, подписывайтесь на канал, а также, если вам есть что написать, обязательно пишите что-нибудь в комментариях. Ну, на этом у меня сегодня все. Всем счастливого Хэллоуина и всем пока! У-у-у-у.